межбюджетные отношения, национальная стратегия в интересах детей, а также интеграция Крыма и Севастополя в российскую действительность. Таковы темы, которые сегодня в Северной столице обсудили на заседании Совета законодателей. Ярославскую область в Петербурге представляет спикер региональной думы Михаил Боровицкий. Если с Крымом и детским вопросом ситуация более или менее ясная, то вот финансирование растущих полномочий субъекта федерации вызвало самые жаркие споры. Нужен существенный пересмотр бюджетной системы в России для того, чтобы сбалансировать местные бюджеты. В том числе было принято решение ввести мораторий на неопределенный срок на передачу каких бы то ни было полномочий на уровень субъекта федерации до тех пор, пока не будут сбалансированы финансовые возможности, те полномочия, которые уже на сегодняшний день есть.